Бесплатный Wi-Fi появился в деловом центре Петропавловска. На площади у фонтана на 6-м километре жители и гости Камчатки могут теперь связаться со всем миром, воспользовавшись высокоскоростным подключением от Ростелекома. В компании рассказали, что их беспроводная сеть охватывает всю близлежащую территорию, включая детские игровые зоны. Скорость доступа практически неограниченная, до 100 мегабит в секунду. При этом воспользоваться услугой можно в любое время суток с устройств, которые поддерживают Wi-Fi. Поэтому теперь все, кто отдыхает на площади с детьми, могут поделиться с родными радостными и запоминающими моментами из жизни. Чтобы подключиться к интернету, необходимо выбрать в списке доступных беспроводных сетей Ростелеком Free, пройти авторизацию, ввести номер мобильного телефона и получить код доступа. В Ростелекоме добавили, что со временем услуга будет доступна и в других любимых горожанами местах. Напомним, весной бесплатный Wi-Fi появился в главном аэропорту Камчатки. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.